В Змеиногорске начали подключать жилые дома к новой магистрали. Перевод зданий на другую теплотрассу, заверили в Минстройтрансе, завершится до выходных. Сейчас в городе находится заместитель министра строительства и ЖКХ края Андрей Голубцов. Он контролирует ход работ. Отметим, что это уже вторая попытка подключения жилых домов к новой модульной котельной. Первая оказалась неудачной. Старые теплосети не выдержали. Коммунальная авария оставила сотни горожан без тепла больше, чем на сутки, без воды и вовсе на несколько дней. На сегодняшний момент от контура котельной номер 4 к новым теплосетям переподключили два дома. Остальные здания обещают перевести в ближайшие дни. Добавим также, что этой осенью в Змеиногорске завершили строительство двух модульных котельных. На эти цели было выделено больше 200 миллионов рублей.